ты когда-нибудь встречал человека, который из малейшей ерунды может устроить соревнование? Тогда давай знакомиться. Я Дэн Манжосов. И я не умею сидеть на месте. В этой программе я буду играть с нашими звездами и селебами во всевозможные некомандные виды спорта. И ты сможешь увидеть своего кумира в очень необычной для него роли. Самое главное правило знаешь какое? Все очень просто. Тот, кто проигрывает, исполняет каверзные желания победителя. И поверь мне, я подготовил массу сюрпризов. Это чистый фан! Я давным-давно хотел поболтать по душам с сегодняшним своим соперником. Он уникальный человек. Отец четверых детей, по профессии инженер цветной металлургии, но заслуженный голос Украины. И, кстати, один из самых красивых голосов нашей страны. Угадал, кто это? Намекнуть? Он такой... излучает какое-то спокойствие, мне кажется. По-моему, что-то про Винни-Пуха он пел. Геральдина... Я не я голубу, а уже ж. Я думаю, где-то 35-40, наверное. С Матвиенко, по-моему, еще пел какой-то дуэт. Так. Витаю. 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 Арсен. Так. Поиграем? Звісно. Ну, мы же добавлялись. Тоді поїхали, поїхали. Ну, не так шибко, дай мені там. Друзья, привет всем тем, кто подключился. Это проект Let's Play. И мне сегодня дико посчастливилось посоревноваться с замечательным человеком. Арсен Мирзоян. Скажи, Арсен, вот мало что пишут, мало что люди знают о твоей большой семье. Скажу тебе честно, ты для меня являешься определенным зерцем, скажем так, да, иконой родителя. У тебя четверо детей, Арсен. Тебе 43, и у тебя четверо детей. У нас спільна дитина одна з Стони. Так, але ж в тебе є від першого брата. Від першого шлюбу в мене двоє синів, і у Тоні Уляна від першого шлюбу. Как, скажи, пожалуйста, у тебя отношения с тещей, если не секрет? Как себя чувствует заслуженный артист Украины рядом с народным артистом? Дуже такі, ну, прості відносини і... В принципі, для мене таке поняття, як тьоща, воно так відсутнє, бо я ж завжди казав, що наша кухня нам нагадує якусь спільну гримерку, де збираються всі артисти. Арсен, ми вже приїхали на місце. Так. Буквально через 2 хвилини я жду тебе на корті. Ти готов? Так, Арсенчик, ну, первая разыгровочка моя. Дружище, мы не просто с тобой будем играть. Мы мало все сделали. Сейчас хотелось бы тебя больше раскрыть, как интересного, уникального человека. Зараз мы изменим мою Википедию. Будем ее менять. Арсен в школе, он кем был? Он был активным пацаном, который гонял по дворам, или он был заучкой? Который... Нет, это был как раз Арсен в школе, это хулиган. Это битые вікна. Один раз мы спалили другий поверх школы, винесли теплицю. Папа Роман. Да. Роман Мирзоян. Да. У тебя есть армянские крови. Это по... Ну, то, просто что тато с нами не жив, тому якось... И я в интервью так все и не говорю. Опускаешь, да? То есть ты не поддерживаешь отношения с отцом? Ну, не совсем так, что... Больная тема для тебя. Можем листуватися, але нет. Следующие 5 очей на кону. Поехали!
Ау! А какой я? Ну что, дружище, так. Лошадка моложе вдруг стала? Да. Порезвей как-то да. Мы взялись за второй сет наш. Вже якось приходить розуміння, що з цим робити. Продовжимо ще пару вопросів. Остановились на... Отче, можна исповедоваться? Дальше, важная веха в твоей жизни. Так. Голос країни. Це серйозний трамплін. Оце був трамплін. Це серйозно. Да? Якщо ти йдеш вже на трамплін, так би мовити, то будь ласка, прийди з багажем. Я не розумію тих людей, які йшли на голос країни за відповіддю. Іменно поэтому за тобою закріпилось ім'я бунтарі. Да? Ти противостояв? Я сказав, ребята, ну це, звісно, добре, що ви там з рейтинг. Але я маю відстоювати своє власне амплуа. Ребята, у музики і музикальних приоритетах Арсена мы поболтаем после следующего нашего раунда, в котором я тоже его вдую. Поехали! Бачу лишь голос. Ну давай, куда! Славя победил! Ladies and gentlemen, в упорной борьбе победу одержал Денис! Я в это не верю! Я Денис! Ты же помнишь наш уговорчик? А уговорчик был такой. Кто проигрывает, тот выполняет каверзное желание победителя. Я просто стою и спеваю. Да, а я сбираю гроши. Так, я уже починаю. Поехали! Помогите, пожалуйста, жертвам локдауна. И мамы вам поет лично Арсен Мирзоян. Два царик, Арсен! Моя! Давай! Красавелла! 160! Последнюю двадцаточку беру и уходим. Класс! Друже, ты монстр. 200 рублей в кармане. Класс. Можем идти по коктейльчику продернуть какому-то. Друзья, это Let's Play, самая неординарная программа нашего шоу-бизнеса. Мы будем играть со всеми нашими известными людьми во всевозможные некомандные виды спорта. Let's Play!